Вадим Агарков занимается продажей электротехнического оборудования, осветительных приборов, спецодежды и инструментов. Его компания новая и только начинает развиваться. Вместе с коллегами молодой человек планирует открыть несколько дополнительных филиалов в городе. Мужчина решил посетить семинар, чтобы получить знания об электронных торгах. Пришел на семинар с целью получения новой информации по поводу закупок, так как это основное, то есть в развитии бизнеса сейчас приоритетное направление. Для участников семинара подготовили лекции о государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Законодательство в этой сфере постоянно обновляется, поэтому предприниматели познакомили со всеми тонкостями юридических процедур. Для участия в электронных торгах необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе, получить электронную подпись, открыть счет в банке, а также уметь просчитывать риски, находить закупки и заключать контракты. Об этом и многом другом гостям рассказали опытные спикеры. Во-первых, это репутация на рынке, это опыт, потому что, когда участвуешь в государственных и муниципальных закупках, там везде нужен опыт. А как опыт приобрести? Сначала принять участие в малых закупках, это очень важно. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. По словам специалистов, на сегодняшний день закупки являются одним из ключевых факторов успешного развития бизнеса в регионе. Малые закупки сейчас очень распространены, в том числе в Самаре, в Самарской области. Есть площадки, в которых можно достаточно дешево поучаствовать и выиграть тот или иной проект и, соответственно, получить доход от реализации данного проекта. До конца года в Самаре проведут еще 10 семинаров и лекций для предпринимателей. Им расскажут о маркетинге, грамотной презентации бизнеса, мерах поддержки, финансовой и личной грамотности, работе в социальных сетях, социальном предпринимательстве и о 5 шагах для открытия собственного бизнеса. После этого все желающие смогут получить личную консультацию. Участие в семинарах бесплатное. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События.